Всех вас, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним воскресным днем, день, когда мы совершили еще одну божественную литургию. И служба, которую мы сегодня служили, еще наполнена радостью и торжеством Рождества Христова. Песнопение, чтение, молитвы, сам дух праздника Рождества охватывает всех нас, храм, богослужение, все. Ну вот отгремел праздник Рождества на Западе, на Востоке. Все радовались, друг друга поздравляли. Но вот, пока служба еще дышит праздником Рождества, мне хотелось бы в нескольких словах открыть действительно то, о чем большинство не замечают. Ибо в основном для всех, что такое праздник Рождества, это, знаете, сказочное видение уютного вертепа, соломка, животное, пастухи кланяются, волхвы поклонились, улыбающаяся Божья Матерь. Все вроде благолепно и красиво, уютно, и все. Но это картинка, просто сказочная картина. На самом деле все реально выглядело не так. Была перепись населения, и по закону все должны прийти там, где родились, отметиться. И этот город был переполнен. Этот город, Иосиф обручник, пожилой человек, седобородый старец, Дева Мария, которая вот-вот ждала ребенка, как удивительно мягко и тонко написано в славянском Евангелии. Мария была не праздна. Они стучали в двери гостиниц, домов, но им никто не открывал. Все было тепло, уютно, сыто, да и не до них-то это. И вот первое мгновение земной жизни, Христос, рожденный прежде всех век, получил в загоне для скота, за городом. Вот первое, что он получил. Написано, стояла зима, все, очевидно, грелись. На самом деле зима – это символ непринятия Христа. Он только младенец. Он еще не сказал и не сделал. Этот мир уже его не принял. И вот он родился. Недалеко паслось стадо пастухов. Вы слышали удивительные слова ангелов. Слава Вышнему Богу, и на землю миру человечества благоволение. Пастухи это были непростые пастухи. Они пасли стадо, которое были вот эти животные призваны, на заклание в жертву первосвященникам в храме. Но вот услышал эту песню, они все по-детски поднялись, были восхищены и увидели, что такой свет сияет из пещеры. Они подошли, такую красоту увидели, такую тайну, что невольно все они поклонились. Что же в тот момент произошло, оказывается? Вот эти животные, которых они пасли, действительно были предназначены для жертвоприношения. Но почему они пошли поклонились Христу? Теперь отныне не жертва Богу и в церковь будут приноситься, а жертвой станет вот этот младенец. Недаром многие пишут, что когда они поклонились, они увидели на лице Богомладенца Христа тень креста. А с востока волхвы, восточные мудрецы, вычислили вот этого пришествия Мессию.
И вдруг они на ней увидели такую звезду и пошли за ней, долго шли. И когда звезда прила их в город, они спросили, где здесь царь родился? На самом деле это был подвиг. Это было непросто, потому что в городе правил Ирод Великий. Его поставил на трон римские завоеватели. Это был узурпатор, который, как и все узурпаторы, тряслись за свою власть. Малейшее было подозрение, всех казнили. Поэтому сказать царю, где здесь царь, это был подвиг. Но по природе лукавый человек и гнилой, вот вы, вот знаете, вот найдете его и мне сообщите, где он родился, чтобы уничтожить его. Римский император Августин пишет, что во времена Ирода Великого легче было свиньей прожить и безопасно, чем быть сыном Ирода, ибо он и сыновей своих умертвил, ибо он боялся, что они будут его власть трона его захватить. Вот какой подвиг совершили волхвы. И когда они, звезда привела их к Вифлеему, они поклонились ниц. На самом деле, вот это вот долгий путь в их лице, искание знаний, божественного откровения, поклонение волхвов, это значит, мудрость человеческая поклонилась божественному откровению. Буква поклонилась духу. Поклонившись, они принесли дары. В какой-то степени я рассказывал в Рождественском посту, что Рождественский пост – это как бы духовное шествие за волхвами к яслям нарожденного Богородицы Христа. Но чем отличаемся мы от волхвов? Они принесли дары – смирну, золото и ладан, как царю, мученику, который пролил свою кровь, как жертвеннику. Но мы же, поклоняясь Христу, мы просим, мы требуем. Мы готовы везде бросаться, лишь бы урвать себе свое, сделка. Вот я ставлю тебе свечу, а ты мне это исполни. Никогда этого не было и никогда не будет. Пока и на твоем челе не сияет крест, не засияет тень твоего креста на твоей Голгофе. Вот условия, как показал Христос, так будет и со всеми последующими его преемниками. И волхвы удалились. И тогда царь узнал, что его обманули, приказал до 2 лет всех младенцев истребить. Вот была первая кровь. Уж воистину, когда Симеон Богоприимец, взяв младенца Христа на руки, сказал Марии, вот сей родился на восстание и на погибели многих, что отныне за Христа будут одни умирать, вторые его будут распинать, но ни для кого он не будет безразличным. Первая кровь за Христа. Один гнал, вторые за него отдали жизнь. Это воистину Ирод и Христос. Нельзя будет одного назвать без другого. Ибо это две были личности, Ирод и Христос. Палач и жертва. И тогда ангел говорит Иосифу обручнику, возьмем жену свою Марию и младенца Христа. Беги быстрее, иначе сейчас будет истребление всех. И успев взять вот младенца Марию, они пошли в Египет. Может быть, такого и не было. Но читая книгу Розенберга, редчайшая книга, Иисус Назарей, царь иудейский,
называется, или «Благая весть грешника». Потрясающая книга. Там очень просто в детских таких повествованиях повествуется о земной жизни Христа. И вот там написано, когда они от мучителей убегали, они смотрят, они воины их догоняют, и смотрят, такие пещеры идут. И они в эти пещеры спрятались, и пауки тут же все это заплели. И когда воины копья начали пробивать эти пещеры, говорят, вот, видите, все в паутине. Здесь со времен царя Давида, наверное, никого и не было. И пошли дальше. Но когда они дальше пошли, Мария с младенцем на осленке, старец Иосиф идет, обручник. В этот момент идут два разбойника. И самый страшный разбойник говорит, посмотрел, говорит, что у тебя в свертке? А ну слезай. И Мария слезла. И взял сверток, думал, что вот они вот сокровища несут. И он увидел такую красоту младенца, который так и улыбался. Такой был, вот растворил его сердце. И он говорит, я такой красоты не видел. Я хочу даровать ему жизнь. И Мария говорит, Варавва, придет время, он тебе тоже подарит жизнь. Так удивительно, вот просто, казалось бы, но как трогает это событие. И опять что начинается? Гонение, чужбина. Но вот Ирод умирает. И вновь Иосиф с младенцем и с Марией возвращается. Проходит достаточно времени. И вот уже Христос выходит на Иордан и погружается в эту реку, в которой все омывались, и спрашивал покаяние. Христос погружается в этот омут. На самом деле, это был символ мира, в который Христос погружается на самое дно и восстает победителем. И в конце пути крест и распятие. Люди ждали славы, сытости, бизнеса. Вот сейчас придет ихняя власть этого мира. А он говорит, а он нес любовь. Нет еще выше в этом мире, кроме любви. Без любви ты никто. Так ты в жизни ничего не понял. Все заимел. А сам стал, а душа парализована восприятию и выражению любви. Удивительна эта история земной жизни Христа. Но вникните в каждую свою личную жизнь, как она повторяется. Как она была в истории церкви, в истории мучеников, в истории гонителей, в истории России, в истории каждого человека. Как православная Россия была, ее гнали, топчут, распинают, все виноваты пред всеми. Но ведь каждый верующий человек, он гоним. И апостол Павел уже пишет тогда, нас пивали камнями, нас считали ворами, нас гнали, нас умерщвляли. А мы ничего не имеем, но в то же время владеем всем. Самой главной жемчужиной – Христос. И вот поэтому в этой жизни каждый, кто пережил эту встречу, у которого в сердце Бог, который весь мир и вселенная может вместить, но вмещается в простом человеческом сердце, это далеко не просто, это не сказочное. Это не красивые благообразные борода, юбочки, паломничество, фестивали, духовнички. Это крест. Идти за крестом. Это быть вечно гонимым. Идти против этого мира, против этого застоя, против этой лжи, против мира больного, исковерканного, раненого первородным грехом, в котором действительно те же пилаты, те же фарисеи. Ничего не изменилось. Те же ироды, которые предлагают свой брачный пир. Но в то же время
в этом мировом Колизее есть подвижники, которые славят Бога, посвящают жизнь, которым мука в радость, которые несут крест с благоговением, хотя бы как же уподобиться, как-то уподобиться Христу. Читая житие святых, поражаешься. Какую брали силу, откуда они все прошли? В Боге, во Христе. Ибо нет другого пути. И муки были в радость. Ибо не просто взять крест и взойти на свою Голгофу. И закончив слово, я хочу сказать. Мир непростой. Не тот мир, который Богом красота созданная, а мир, который люди исковеркали. Ибо больной заболевает этим мир, пачкает весь мир. К чему человек не прикоснулся. Но, сказать, грохот современной цивилизации, Господи, дай нам услышать каждое Твое слово. Сквозь этот мрак пороков, разврата, войны, крови, обмана, лжи и воровства, предательства, гонений, Господи, дай во мраке этих пороков, что всегда пред нами светился Твой божественный лик. И дай Бог, Господи, чтобы то причастие, что мы вкушаем во время божественной литургии, тело и кровь Христа, дай нам, Господи, не расплескать вот эту божественную благодать Бога с чаши своего сердца, донести и приумножить эту божественную благодать, чтобы в этой, Господи, Тебя не утратить и себя не потерять. Одно лишь, держись Христа, Он в тебе родился, ты с Ним проходишь весь крест этой жизни земной, но ты с Ним и воскреснешь для вечной пирорадости в Царстве Небесном со всеми святыми, родными и близкими, с Божьей Матерью, со Христом. Аминь. Я еще раз и поздравляю с праздником, очень светлым, таинственным, трогательным, Рождество Христово. Счастливый тот человек, в сердце которого живет Бог. Не в сказочном представлении, не в сентиментальных улыбках, а действительно в молитве, в подвиге, в доброте, в выражении любви. Бог поможет, все управится. И дай Бог, чтобы, Господи, вот еще раз хочу сказать, последние слова евангелиста Луки, чтобы нам не прослышать слова «Я с вами во все дни до скончания века». Вот надежда, вот поддержка, вот жертва Христа. В этом все для человека. Все, кто причащался, я поздравляю и радуюсь. Желаю всем крепкости веры, здоровья, размышления. Именно, чтобы вера была живая. Чтобы именно веру во свою мы несли. Чтобы зажигали этот мир жизнью своей. И все Господь управит и поможет. Как сказано в Евангелии от Луки, чтобы Господь дал ученикам разуметь Священное Писание. Чтобы эту духовную жизнь Бога Господь открыл нам в нашем сердце и в разуме. Желаю всем, конечно, здоровья и духовной силы. Сейчас почти все захлеб говорят, так говорят, такая истерия. Да, это есть. А когда в этом мире было хорошо? Когда было светло и безболезненно? Когда было сыто? Да никогда. Как пошел Адам по дороге, так оно до сих пор идет. На Руси русский человек всегда говорил так. После трудности жди радости. После болезни будет исцеление. И все Бог управит. Крепкой вам силы и духа. Есть Бог, есть лекарства, есть врачи. Но и ты духом держись. Вот оно твое причастие. Выше этого ничего в этом мире нет. Но все, что Бог дает, это нам такой путь Бог дает. И, как говорят святые отцы,
Бог ведет человеческую душу не как, чтобы она была сыта хорошо, а чтобы была спасительна. Аминь. Вот теперь аминь точно. Простите, я все хочется хорошего сказать. Выслушайте, пожалуйста, слова благодарственной молитвы. Сегодня так все молились, что солнце все тучи разогнали. Вот как радует. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя и си грешного, но общником я...